Самый шайтан. Зовут его Хинзаб. У него своя особенность. Он появляется, как только вы начинаете молитву со слов «Аллаху Акбар». И исчезает со словами «Ассаляму алейкум ва рахматуллах». Все, его нет. Он начинает вам напоминать о том, что вы никак не могли вспомнить, приводит вам список всех дел, которые вы собирались совершить в течение следующего часа, напоминает вам о том, что вы оставили что-то в машине, иными словами, всячески пытается вас отвлечь. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, предупредил Усмана ибн Абиль-Аса, что это шайтан. Для чего он это сказал? Чтобы когда вы начнете молиться, и если вы почувствуете присутствие врага, готового напасть на вас во время молитвы, вы проявили осторожность и смогли лучше сосредоточиться. Именно поэтому, согласно пророку, саллиллаху алейхи вассалям, есть люди, которые, совершив свою молитву, получат лишь половину награды. Есть такие, которые получают лишь четверть. Или одну шестую. Или даже одну восьмую. Это в хадисе. Но хуже всех, как говорил пророк, саллиллаху алейхи вассалям, это те, кто, завершив молитву, не получают никакой награды. Ноль. Шайтан забрал все.